Председателю Серовской городской организации Общероссийский союз ветеранов Афганистана Денису Валерьевичу Паламарчу. Дорогие ребята, ну что, пробил вас час, защищать рубежи нашей Родины. Это полноценный воинский долг всех мужчин, считаю. Желаю вам надежных командиров, вашим мамам, папам терпения. И думаю, что через год вы вернетесь полноценными, здоровыми мужчинами, полноценное наше общество. Удачи вам, пожалуйста.